Я руб застану эту мразь, стукачок. Он же пидор. Цветной. Он людей допрашивал. Да не кипятись ты так. Да я его... Остынь, говорю! Чилищев работает на нас. Причем неплохо. Пока, по крайней мере. Как бы все так работали, не надо было бы пацанам лишний раз подставляться. Да он крот мутный, запалит нас. Пусть даже он там по фине базарит. Все равно мусорскую харю ты не спрячешь. Пацаны волнуются, он и фазана заряжает. Отдай его нам. Попридержи жало. Ты бы так лучше с Мериными разбирался. Что молчишь? А этот пацан лавэ делает. Ты, Миш, что-то в последнее время перед фрейрами понты кидаешь. А у него Махалова матка не опустилась. А братва разберется. Братва вообще уважает людей, кто зарабатывает и дает заработать другим. Так что херню больше не лепи. У тебя своих дел должно быть по горло. 2 дня тебе, чтобы с Мериными разобраться. А нет, то в нашем коллективе для тебя ловли не будет. Thank you.